Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Нет! Нет! Я ничего не знаю! Ты поможешь мне найти ублюдка младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам. Но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрой ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его